Незабаром на телеканалі «Інтер». Хтось повинен докласти зусиль, щоб маленький алмаз засяяв яскравим діамантом на усю країну. Хто відкрив талант телеведучої Даші Малахової? Кому продюсер «Свободи» на «Інтері» Єгор Бенкендорф зобов'язаний своїм шаленим кар'єрним злетом? Кому насправді країна повинна бути вдячною за Яну Клочкову? Хто зіграв найважливішу роль у житті зірок? Дивіться проект «Важлива роль» на телеканалі «Інтер». Дивіться сьогодні, хто відкрив талант телеведучої Даші Малахової. Мені кажется, он мало говорит мне, что он меня любит. Кому продюсер «Свободи» на «Інтері» Єгор Бенкендорф зобов'язаний своїм шаленим кар'єрним злетом? Він мене заставляв читати книги, ізучати художників, ходити по музеям. Кому насправді країна повинна бути вдячною за Яну Клочкову? Помагали мені на протяжении всей моєї кар'єри, да, що вони вірили в мене. Хто зіграв найважливішу роль у житті зірок? С 11 лет я работаю в этом театре. Но я помню, что я лет, наверное, с 7 знала уже, даже раньше, все тексты спектаклей. То есть шел спектакль, а я сидела и повторяла текст, знала все тексты. Мне это помогло, потому что сейчас я тут трактирщицу играю. И с 6 лет уже смотрела, как мама играла эту же роль. Поэтому тут все родное. Вот Виталий Ефимович помогает нас организовывать так, что мы знаем, что нам делать, когда мы на сцене. И это выглядит органично. Он такой, мы очень его любим, и я, безусловно, считаю его лучшим режиссером. Не потому, что я его дочка. Если вы здесь спросите каждого из моих коллег, я уверена, что они скажут то же самое. Мы его банда абсолютно. Мы появились на художественном горизонте приблизительно одновременно с Майклом Джексоном. И вот когда возник «Билли Джин», я получил театр эстрады в Киеве. И у меня вот много лет с ним было такое негласное соревнование. Знаете, вот у него там выходил новый клип, у меня там появлялся новый спектакль. В какой-то момент я уже понял, что я там такого уровня не достигну. А вот сейчас, когда я увидел, в каком виде он находится и какие у него проблемы, то я задал себе вопрос, кто проиграл. Коли Віталій був юним, він навіть не замислювався ні про театр, ні про режисуру. Одного разу йому запропонували вступити на театральний факультет. Не дивлячись на те, що це для Віталія була справжня авантюра, він вирішив ризикнути. І оскільки я був повним дилетантом, повним, і я поняття не мав, як потрібно писати і чого не можна робити в театрі, я скорее писал это так вот, как... И до сих пор я, когда излагаю какие-то свои художественные концепции, не все знают, что я здоров. После этого ко мне круто поменялось отношение. То есть, я вдруг увидел, что меня зауважали, и я там шел по институту и говорю, Згодом у талановитого режиссера з'явилась сім'я. Донька зростала у колі відомих акторів, які завжди були постійними гостями у домі Малахових. Проте маленька Даша зовсім не збиралась присвятити своє життя театру. Я не хотіла бути в театрі в дитинстві. Я чітко пам'ятаю, що я дуже хотіла бути стукачем.
Всех это так немножко смущало, но они отходили. Вот. И вообще очень долгое время мы как бы не планировали, что Даша будет актрисой. Понимаете, я никогда не относилась к театру как к чему-то, какой-то вершине, на которую нужно ползти, грести, ломать клыки. Театр — это было то, ну, это ремесло для нас. Мне кажется, что у нее были актерски очень хорошие сцены, когда она играла с Хостякоевым в «Ягу». Это те то, где я как бы увидел, что она актриса, что она может по как бы своим, ну, как бы включать энергетику определенную и быть не Дашей Малаховой, понимаете? Благородный класс, увы, на Мавра потеряла я влияние. Мой муж недавних пор не прежний муж, он изменился. Это превращение так велико, что только внешний вид еще мне говорит, что он Отелло. Мне кажется, он мало говорит мне, что он меня любит. Мы только вчера об этом говорили и ругались. Мне кажется, он всем делает такие невероятные комплименты, а мне никогда не делает. А я их требую. Я вам скажу, я ее очень люблю. Она считает, что я ее недооцениваю. Ну, все знают, что она очень хороший человек там. Она сложный человек. Ну и я сложный человек. У нас мама была сложный человек. Простых людей, наверное, не бывает. Говорил Шекспир, люди только люди. Работа – это только работа. Я презираю тех режиссеров, которые считают, что нужно бросать семью ради великого искусства театра. Это не гламурная работа, это не какая-то там фантастическая работа, это каждодневный труд. Ну, понимаете, это профессия, это, к сожалению, просто профессия. Кому насправді Єгор Бенкендорф зобов'язаний своїм шаленим кар'єрним злетом? Хто насправді запустив золоту рибку в басейн? Дивіться, важлива роль. Коли керує лідер, серед безладу може з'явитись справжня музика чи справжня телепрограма. Її диригент завжди залишається за кадром. У «Свободи на Інтері» він є. Це Єгор. Він же Беня, він же Гоша, він же Бенкендорф-молодший. А старший за кадром? Зараз вони, певно, і самі вже не знають, хто для кого обирав професію і хто для кого залишився за кадром. Якщо раніше, сказати, Гошка, в общем-то, ко мені прислушувався завжди, то зараз я вже прислушуюсь к нему. Так вийшло, що Інтер відкривався. Я прийшов, предложив себе. Мені відказали, сказали, що такі нам не потрібні, худі, замучені і несерйозні. Я неділю понадоїдав і мене взяли на роботу. И вот 12,5 лет я работаю на «Интере». Камера! Начали! Он не любил профессию продюсера. Сейчас он продюсер. И теперь, получается, на многих проектах, то до этого я его брал на работу к себе снимать фильмы. И он говорил, что это так. Я мщу за свое детство. Гоша был такой, когда маленький, это было чудовище. Его иногда хотелось просто прибить, потому что это, так сказать, энергия, которая из него выходила, это было нелегко пережить. Как ни странно, обладая
феноменальной разрушительной силой, он мог лом сломать. При этом он был созидатель, он всегда чего-то делал, он всегда чего-то созидал. Это вот какие-то несовместимые такие вещи были в нем. Детство у меня было прекрасное. Отец, если я своему ребенку смогу передать хотя бы чуть-чуть, так, хоть половину того воспитания, которое мне дал отец, то я буду уже доволен. Ким же стала ця цілком задоволена дитинством людина-оркестр? Я хотел быть вначале дояром. Почему? Потому что дояр в селе там проснулся раненько, засечку за время подергал, 500 рублей в месяц получил. Он был и художником, он Петрикивка рисовал, он торговал сувенирами, он торговал соками, он был торговцем, да. Он был... На лесоповале работал, он работал в Польше как садовник, там, как уборщик, разнорабочий. Гошка много каких-то таких профессий сменил. Ни в коем случае я не хотел связывать себя ни с телевидением, ни с режиссурой, ни... Почему? Потому что считал это дело убыточным. Я был уверен, что он пойдет по каким-то, скажем, следам все равно. Скажем, семейным. Я очень доволен, то, что он попал на телевидение, потому что телевидение – это для Гоши, потому что оно требует риска, а Гошка рисковый и с хорошей головой. Уже вдруг на дистанции продюсеры «Горпатриотов». После 11 сентября никто из операторов не хотел ехать в Афганистан, в Пакистан. И я, когда работал администратором, считал, что администратор должен уметь все, он должен уметь снимать, и закончил курс операторского мастерства. И я вызвался поехать в Афганистан. Батько просив керівництво Інтера не посилати сина до гарячих точок, та його прохання не діяли. Дух авантюризму був сильніший. Родители нервничали, когда я раз вернулся. Мы поехали потом в Ирак, из Ирака там еще куда-то. И начинаю осознавать вот только сейчас, что у меня замечательный отец, что он великий человек и самый лучший папа. Батьку, я тебя люблю. То есть, отец, я тебя люблю. Хто насправді запустив золоту рибку в басейн? Мені завжди було страшно смотреть на дно, касатися цих бортиків. Кому зобов'язана своїм золотом олімпійська чемпіонка? Дивіться проект «Важлива роль».